Задержан предполагаемый виновник аварии у памятника Гагарину в Чебоксарах. В пятницу, 6 октября, водитель Nissan Pathfinder врезался в пешеходов, которые ждали зеленого сигнала светофора, и скрылся с места ЧП. Серьезно пострадал мужчина. Врезается в пешеходов, теряет госномер и по встречной полосе несется в сторону проспекта Ленина. Виновника ДТП объявляют в розыск. Спустя двое суток в Ядринском районе сотрудники ГИБДД задерживают 18-летнего водителя. Хотел проскочить. Средним рядом вывернул на крайне правый. Думал на желтый мигающий пролечу, но не успел. Справился с управлением. Пострадавший в этой аварии жив. В ближайшее время его планируют выписать из больницы скорой медицинской помощи.